Сохранить красоту уходящей осени можно не только в традиционном гербарии. В этом году на редкость уродилась рябина. Птицам хватит на всю зиму, можно и для домашней красоты собрать несколько гроздей. Мы будем с вами делать декоративную настольную скульптуру. И начнем с изготовления основы для этой скульптуры. Ее мы будем делать из ватмана. Для начала нам нужно склеить вот такой вот конус. Для прочности конус из ватмана лучше всего склеивать специальным клеевым пистолетом. Он же пригодится и для декорирования. Когда конус из бумаги готов, мы начинаем декорировать его при помощи ягод рябины. Каждую ягоду сначала сажаем на клей, а затем ровно обклеиваем основу по диаметру рядами. Ягоды лучше подобрать одной величины, чтобы слои ложились ровнее. Для того, чтобы обклеить ягодами весь конус, вам потребуется около 1,5 часа. Все зависит от фантазии. Как угодно эту пирамиду из ягод можно декорировать. Здесь мы применили золотую акриловую краску, украсили веткой с птичкой. И вот такая красивая композиция из осенних природных материалов явилась результатом нашей работы. Такая яркая композиция из позолоченных ягод и листьев будет радовать вас до самой весны. Кстати, в России и в Европе издревле считалось, что рябина приносит в дом любовь и защищает его от недобрых сил своей энергией.